из чего состоят сапоги Кома? Первое – это литая подошва. Она вот достаточно мягкая, на самом деле, внутри. Хорошо сохраняет тепло, изолирует его. Верхняя ткань припаяна к теплоизоляционному пластику. Он же мягкий при этом, похож на поролон. Далее идет подкладка тоненькая, которая предотвращает его разрушение, чтобы вот он при движении не крошился. И непосредственно сам меховой утеплитель. Также здесь можно увидеть, что подошва литая и дополнительная вставка в области пятки для прочности. Ну и здесь идет потом уже стелька. Более прочный материал. Двойные швы. Самое интересное, конечно, это вот этот вот пластик, похожий на поролон. Он лучше всего дает самую сильную теплоизоляцию.